Подошел к концу второй международный Пласт-форум. Основная тема в этом году была банки и ритейл, цифровая трансформация и взаимодействие. Форум уже успел зарекомендовать себя как эффективная площадка для делового общения участников рынка и профессиональных экспертов, хедлайнеров финтеха, банкинга и ритейла. В мероприятии принял участие и Тенге Банк. На форуме выступили его ключевые сотрудники. Наши новые продукты, они направлены на дальнейшую цифровизацию банковских услуг, в первую очередь розницы, да, и развитие международных платежных систем, да, таких как Visa и MasterCard. Из ближайших планов это кредитные карты, карты рассрочки, онлайн-офлайн рассрочка, картоматы и плюс дополнительные активности, связанные с маркетплейсом. Я ожидаю, что усилимся мы в части налаживания отношений с новыми игроками рынка, да. В любом случае, это полезные знакомства, это обмен опытом, обмен мнениями с коллегами. На форуме выступали и видные деятели из мира финансов. К примеру, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджана Кристина Дорош и главный управляющий директор по IT и инновациям Халыкбанка Антон Мусин. Мы за последние пару лет существенно усилились в части цифровых каналов обслуживания. Да, вот запустили совсем недавно наше мобильное приложение. Сейчас активно над цифровым кредитованием работаем. Запустили собственные карты, свой собственный карточный процессинг с MasterCard. Запустили кэшбэки поверх этих карт. Развиваем сеть банкоматов, посттерминалов. То есть это все вот в сторону цифровизации наших сервисов. В этом году Пласт-форум «Банки и ритейл» подготовили поистине масштабное мероприятие. На форуме приняли участие 51 страна, более 30 СМИ, 120 спикеров и 1500 участников. Двухдневное мероприятие уже послужило новым импульсом для развития инноваций в Узбекистане и перспективных международных проектов. И все это с активной вовлеченностью «Тенге Банк».